Привет, ребята. Это исследователь. Вот я снова тут. Возникла у меня проблема. Забыл я код. Пин-код карты. Его не дают восстановить. Дают три раза ввести, потом блокируется. В общем, не помню. Что-то я придумал, забыл. Попробовал всякие старые. Нифига не работает. Но тут новую вещь обнаружил. Ведь я же могу беспроводным способом, PayPass'ом расплачиваться этой картой. То есть у меня как бы нет доступа. Ну, забыл, хорошо, для безопасности. Восстановить мне не дадут по паспорту. Я бы восстановил просто по паспорту, сделал, что приходишь, смотрит на твою рожу, восстанавливаешь. Все, идешь, придумываешь новый код. Нахер. Ну, им нужно, ну, я имею в виду, нахер возню устраивать. Ну, им нужно продать тебе другую карту за нормальный бабос. Это варьё санное. Банки. Ну, как и государство. И тут я подумал, блин, аж беспроводным же можно заплатить. Я подумал, я попробую. У меня там просто денег сейчас мало. То есть, как бы доступа у меня нет. Кто-то украл, кто-то может идти и махать. Без подписи, без кода. Там до 1000, по-моему. Может быть, больше. И все. То есть может, человек может пойти и помахать PayPass'ом, заплатить. Вот такой вот бред. То есть к чему я веду? К тому, что они даже на грамульку, банки, государства не будут заботиться о вас, беспокоиться о безопасности, там, о каких-то деньгах. Взял, иди, поработал, все у тебя отнимут, убьют тебя, потом еще сродни будут еще что-то какие-то деньги за похороны требовать. Ну, вот так мне кажется. Пока, ребята.